Процедура виталаминирования подходит для всех типов волос и всех уровней повреждения. Задача данного ухода – восстановление, питание, увлажнение и уплотнение волос. Более осветленные и поврежденные волосы нуждаются в питании и восстановлении. Сухие и пористые нуждаются в увлажнении и смягчении. Принцип работы. Комплекс масел, белков, аминокислот, липидов и витаминов делятся на две основные группы – низкомолекулярные и высокомолекулярные, которые в совокупности обретают новые уникальные свойства. Масла, витамины, липиды и экстракты растений служат сильными антиоксидантами, придают мягкость, блеск и эластичность. Они максимально восстанавливают и увлажняют поврежденные волосы. Часть компонентов проникает глубоко внутрь волоса, встраивается в повреждения и синхронизируется в структуре волоса. Благодаря кератинам, цистеинам и аминокислотам пломбирует его. Вторая фаза обволакивает стебель волоса, укрепляя и защищая его снаружи, покрывая защитной полимерной пленкой. Здравствуйте, меня зовут Мич Сулейман, Академия HEDS, компания Dr. Sorby Israel. Сегодня мы с вами поговорим о уникальной процедуре виталаминирования. Виталаминирование – это комплекс продуктов на основе масел, витаминов, аминокислот и белков. Данная процедура создана для того, чтобы питать волосы, восстанавливать, придавать им максимальный блеск, эластичность и увеличивать объем наших волос. Первое, что мы должны сделать перед началом процедуры, это диагностика волос. В нашей модели состояние волос смешано. Мы можем обратить внимание на то, что волосы прежде были осветлены, затем были окрашены и после этого повторили осветление. Таким образом, подводя итог состояния волос, мы можем видеть, что от корней до середины волос наши волосы осветленные и сухие, а от середины длины волос до концов мы можем видеть, что кончики волос очень поврежденные, истонченные и довольно слабые. Пористость волос довольно повышена, и со всем этим мы будем работать сейчас. Наша задача – это придать волосам как можно больше эластичности, блеска, мягкости и при этом уплотнить наши волосы от середины до кончика волос. Прежде чем мы начнем процедуру виталаминирования, мы будем использовать шампунь глубокой очистки Deep Cleanser шампунь из линейки Fito Balance. Шампунь Deep Cleanser уникален тем, что он подходит для всех типов волос и он находится в практически нейтральной среде, таким образом он не является агрессивным, позволяет расчесывать наши волосы после мытья без проблем, без кондиционирующих средств. Достаточно глубокое очищение с бережным уходом волос при помощи Deep Cleanser. Мы подготавливаем наши волосы перед процедурой. И также мы должны знать о том, что этот шампунь мы можем использовать в повседневном применении для тех, у кого сильно засаленные волосы, для тех, у кого переизбыток укладочных средств. Мы можем использовать его как нейтрализующий шампунь после хлора, после посещения моря, бассейнов. Для приготовления нашего коктейля мы будем использовать 4 основных продукта. У нас получается вот такой вот состав. Для работы мы рекомендуем использовать силиконовые помазки, которые очень удобно и очень легко позволяют без затраты материалов наносить это на волосы. Синие продукта мы делаем не очень тонкими, не очень толстыми проборами. Наносим тщательно, хорошо-хорошо прочесываем волосы со всех сторон, не перегружаем большим количеством состава. И таким образом мы поднимаемся слой за слоем и оставляем наши волосы в естественном падении.
После 20 минут прогрева волос под климазоном мы просушиваем наши волосы при помощи диффузора для того, чтобы максимально убрать влагу с волос. Проглаживая наши волосы не спеша, несколько раз мы проводим до середины волос и буквально 2 раза по концам волос. По окончанию процедуры виталаминирования мы наносим ампулу Кераликвид. Мы наносим данный состав на волосы перед тем, как сушим. Равномерно распределив состав, мы прочесываем волосы и продолжаем нашу укладку, как обычно. Процедура виталаминирования окончена. И теперь результат. Процедура виталаминирования не имеет ничего общего с выпрямляющими процедурами, с останавливающими кератинами и любыми другими услугами, которые меняют структуру волос. Наша задача – это всего лишь увлажнить, напитать, насытить наши волосы, придать им эластичность и блеск.